Я не гулябельная. Ёб твою мать, Гитман. Ого! Полить, у меня девушка дома ждет. Твою-то, не знаю, у кого научился. Ясно. Ну, полагаю, у тебя с тем человеком ничего не вышло. С кем? Эй, сука, я вам, блядь, закроюсь. Я своими шутками пошла во второго папу, если что. Вы это... Что думаешь о хардплее? Хардплей неплохо играет в крокодила, особенно он хорошо показывает гигантский бургер, которым бы он меня накормил. А чё музыки нет? Как раз на самом интересном. Так что хардплей неплох в крокодиле, я бы с ним сыграла. Подкат к хардплею? Ну... Она подстрелась? Я бы не сказала, что он полностью в моем вкусе, но в бургерах он шарит. А это бан, блядь. Ты чё, мать, ёбнулась? Ясно. Сегодня мы действительно празднуем мою любовь. Как у нее не смывается этот цвет, я не понимаю, она подкрашивается все время или что? Какого фига, у меня уже все смылось бы давно, как это, чем она красила волосы? Который спустил юбку уже ниже некуда. Я не знаю, Володь, мне кажется, меня забанят за это, ну серьезно, вот это уже обнажёнка. Да, какой, не могу. Ну смотри, я вижу твою лобковую кость. Володя, бля! Если меня забанят, ты будешь меня обеспечивать. Забились! Вот и забились! Если сам WhatsApp закида, но я снова не отвечаю. Я инкогнито инкогнито, но если ты платильный милый, каждый раз, когда ты взгляд твой дымный, не беречься где-то мимо. Каждый раз, когда ты снишься мне, если платильный каждый раз, когда я думаю о тебе, я бы бомжевала возле раз, я бы стала самой бедной. Если мне потили каждый раз, когда я думаю о тебе, я бы бомжевала возле... А почему ты толстенький, Бишня? Потому что после каждого раза, когда я выебал твою мать, она меня вкусно кормила. Ну скажи же, ебать, как я охуенно пошутил! Ну скажи! Бан. Кто это, блядь, клипнул? Кто это, блядь, клипнул? Как быстро достать 1000 рублей? В смысле? Работайте. Плюс суши. Килограмм мне тоже после секса... За косарь. Вы... Ну будем честны, я кабан 100 килограмм, мне тоже после секса плохо. Блять, а нахуй я это сказал сейчас, к слову? Понятно. Я долбоеб, да? Все, всем пока, нахуй. Так ты сейчас неуверенно выглядел в глазах женского комьюнити данного стрима, блять. Это просто бан сразу. Возьму на должность модератора новую модераторшу на Твиче. Угу. Доступ через постель. Развод. Тестит Лёха. Сервантус. Я все сказал. Минус модер, блядь. А зачем крутишь ботов? А вот знаешь, что-то такая сижу и думаю, блин, ботов хочу накрутить. Лизагу модером к нему. Я его дочь, алё. До свидания. Харт на тебе образився. Шо ещё? Ну вот шо ещё? Я вот не понимаю, что ещё мне надо сделать? На меня Лёша обижается. Просто 5 раз в неделю, шо ещё? Вообще, блин, эти мужчины обидчивые. У него страта вообще не обижаться на меня 5 раз в неделю. Что мне ещё сделать? Вот и плюс чат. Понятно, понятно. Писец. Что происходит? Кто орёт? Почему так темно? Включите свет. Да закрой бала. Страшно. Чё ты на меня... Вообще... За хуйня?
Лиза, мергнись, если ты бот. Блять. Сколько можно? А это бот орёт. Вау, ву, я взял тебя олд, ты теперь кукол. Та-та-та, па-па-па-па, пум, пу-пу-пу-пу-пум. Она нервная. Сонь? Понятненько. Да. Привет. О, привет. Привет. Чё делаешь? Чего? А тебе сколько лет? 17. Ой. Ладно, ладно, будь, продолжай. Ну блин! Are you colorblind as well? No. I can't see it. That's more blind than my Arabic friend. Зима, холода. Данкин ёбнулся с окна, мозги растеклись, это было заебись. Но скоро весна, снег раздает, и тогда мозги заберут, на помойку отнесут. Вот это он, конечно, сочиняет, да. Спи, моя радость, усни, завтра проснешься в крови, кишки на люстре висят. Глазки в кастрюльке кипят. Древних времен и понесет мой парусник к всем необычным гадостям, к игнам приключений. Там вообще веселье. Новых времен я стал новым пиратом. Где же ты, мой фрегат? Не кротко? Так говорят, Сатушка, а как смотреть порнушку? Куда нажать? Порно 365. Сколько вы заплатили за рекламу, я не понимаю. Надо трек записать. Смех Лёхи, это что-то, да-да-да. А кто уже играет чат в Майнкрафт? Да блять, нахуй. Ебанушка, блять, ты тупая, нахуй. Чё? Ты нахуй меня передёрнула, нахуй. Блин, Мел классный. Леди и джентльмены, в нашей команде новый член. Вау! А я люблю новые члены. О, смотрите, еще девка стримит, давай. Толстая жопа долго не заходила на мой стрим, а я тебя ждала вообще-то. Мало того, что ты... Так, стоп! Ждал, так еще и бросишь его. Знаешь что? Кому? Вот так. Конечно. Вот Картер пытается сделать контент на других людях, а они его так... Понятно. В шоке. Мам, я в шоке. Мам, Рамиза в Инстаграме взломали. Тварь, да? Какая-то. Что? В Инстаграме Рамиза взломали. Чё? Капец. Чё, умирать пора, мам. Всё. Там были в директе фотки моей попы. Ты шучу, мам. Ой. Минус мама, забейте. Она так посмотрела, какие фотки попы. Плюс инфаркт. Подожди, какие девушки? Зачем нахуй оно надо? Тратиться еще на них, еще там на свиданки с ними ходить. Вон плюс чат. Нет, смотрите первый канал. Все за. Вот. Ты видишь, все за? Потому что, ну, а зачем? Всякая фу, грязь еще... Гулять их, еще провожать, еще не высыпаться. Да нахуй оно мне надо? Зашел, посмотрел дядю Лешу, все нормально. Вам да. Лет. Знаете, лучше быть одному, чем быть с теми, с кем на вас насрать. Вот. Потому что учителя никому не нужны? Что? Мой маленький. Мой маленький. Привет. Всё, веник хорошо, надо целовать. Или вареник. А? Не мой маленький. Чё за пиздец? Надо... Мы посмотрели треть видео. Две трети видео, вот так. И чему мы научились? Что надо светить вареник, можно хрюкать, когда смеешься, и целовать веник. Светить вареник, целовать веник и хрюкать. Ну, это по возможности. Это не обязательно. Главное, засветить свой вареник.
Вот чего нам научили. Нет, я. Ладно, меня никто не бесит. Ну дай мне номер этого факера, я с ним побазарю. Мне Батан предложил это на донат поставить и на сабскрайб. Саша идеально вообще, чувак. Но вообще я попрошу, наверное, скинуть это мне. Я скипну, потому что мы видели уже этот момент. Твари конченые. Ну нахуй у меня вошел андроида 2, в очко себе засуньте. Это шо? Ой, чё это? Или это Дока так выглядит? Ты же не Дока? Шахматы в Доте! На тебе сумку, ебаный. На. Ты меня аж отлегло, нахуй, понимаешь? Потому что я думал, тебе пизда просто. Шахматы! Опа! Недоступно. Так хочу тебя поцеловать. Но не готова. Вижу это по твоим глазам. Недоступно. Так хочу тебя поцеловать. Но не готова. Вижу это по твоим глазам. Боичи, боичи, айгрет наш, вот такой скромный. Капец, говорю, с девки с Бенги пришла на Твич, мол, я осознала свои ошибки, я теперь жила весь контент, чуть про члены, все зрители, ну, типа, блин. Боичи, боичи, поцелуй меня в щеку. Ну какая селёдка у нас была. Боичи. Ты чего такой скромный? Боичи, боичи. Давай смелим, не бойся. Блин, играй кавера, я не могу. Она не сливается. Вот как она с фоном не сливается? Как не сливаться с фоном, я не понимаю. Вот ну как? Вот почему я сливаюсь? Ну что я делаю не так?